Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! Сегодня 8 марта. Поздравляю всех женщин с праздником весны, очарования, красоты и женственности. Пусть каждый день будет таким, как этот, наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. 8 марта, милые мои. Сегодня вместе с вами будем готовить фунчозу. Что нам нужно? Фунчоза, мясо, яйца, кунжутные семена, чеснок, морковь, шпинат. Из соусов соевый соус и острый соус. Для начала подготавливаем все ингредиенты. И шпинат заливаем кипятком. Оставляем 4 минуты. Мясо маринуем соевым соусом. Из яиц делаем блины.
горячую сковороду с маслом оливковым маслом. Обжариваем с двух сторон. Пока остывают яичные блины, подготавливаем овощи. В сковороду добавляем масло и обжариваем морковь и чеснок. Морковь обжариваем до мягкого состояния. В горячую сковороду добавляем мясо. Добавляем острый соус, перемешиваем и тушим до готовности мяса. Сверху засыпаем кунжутом. Подписывайтесь на мой канал. Включите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. До новых встреч!